Православные цыгане, кто они? Посетители пасторали творческой мастерской священника Анатолия Першина смогли окунуться в удивительный мир бескрайнего и самобытного творчества этого народа. В гости к отцу Анатолию приехал цыганский культурно-миссионерский центр Красносельского благочиния при храме Андрея Крицкого. Главная цель коллектива – это духовно-нравственное просвещение и искоренение сложившихся предрассудков. Уже несколько лет, на протяжении нескольких лет, мы занимаемся духовно-просветительской миссионерской работой. Каждый год мы проводим праздник Международный день цыган. Назрела необходимость духовного просвещения, миссионерской деятельности среди цыган, потому что русские цыгане все православные. Пастораль в Петербурге – это место, где с пользой для души в приятной атмосфере можно провести время. Идея создания такого пространства принадлежит отцу Анатолию Першину. В гости к батюшке приходят по-своему уникальные коллективы. Сегодня я пригласил сюда цыганский миссионерский центр. Мне кажется, что цыганов очень мало знают об их деятельности, о том, что они воевали, о том, что они верующие, ходят в храмы, исповедуются, причащаются, о том, что они пишут стихи. Это целый пласт культуры. Родственных нам по духу православных цыган в дореволюционной России не опасались, а их самобытное творчество и выразительность были всегда в почете. Известен случай, когда пребывавший в России венгерский композитор Ференц Лист так заслушался цыганским хором, что опоздал на свой собственный концерт. Так о чем же поет загадочная цыганская душа? Я помню так вот... У нас всегда иконы в доме, и в шатре, даже в кочевье. Цыганская душа – это Всевышний. Всевышний, связана с волей. Но воля такая божественная. Сначала Всевышний, а мы следом. Дорога, музыка. У одаренного народа творчество многогранно. Звучало в пасторали поэзии. Особенно запомнился отрывок из стиха Земфиры Матусевич. Четверостишие с последним моим стихотворением. Мы Россию очень любим, и российский мы народ. Мы за Бога, и за веру, и за весь честной народ. Спаси Господи. Мы один народ, там русские или цыгане, христиане, армяне. Мы все от одного корня, от одного отца нашего Иисуса Христа. Многонациональная страна, единый народ. И чем больше мы знаем друг друга, тем мы становимся сильнее. Ведь все мы по духу братья.